Сегодня проходит чемпионат города Вышгорода, открытый по версии ИФК. Традиционно мы его делаем открытый, в ИФК все чемпионаты открыты. Пригласили несколько организаций, ШИН, КВФ, КАН и ИФК присутствуют на данных соревнованиях. Соревнования по новичкам, то есть дети 6-13 лет, 14-17 лет, это 10-9 Q. Также ветераны взрослые 35+, и начинающие взрослые 18+, весовых и возрастных категориях. Соревнования организовала Вышгородская городская федерация за поддержкой и поддержкой Вышгородского мирского головы Алексея Момота. Что ему большое спасибо за поддержку. Хочется выразить также благодарность тренерам, клубам, родителям, которые приехали к нам из города Киева, из Белой Церкви, из других городов Киевской области. Так что спасибо огромное. Ждем вас в следующий раз на новых соревнованиях.